Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребятки, ищу для клиента один телефон. Третий день идут переборок телефонов. И понаходил кучу много интересных телефонов, которые Рихард присылал под восстановление. Значит, какие проблемы? Этот телефон полностью исправный, но у него нет лицевого экрана, вот этого пластика. И у него нет задней крышки. В этом телефоне есть и крышка оригинальная, в этом телефоне есть и лицевая. Он не включается, он трупяк, он пойдет в виде донора. Значит, что мы сделаем с вами? Мы возьмем клавиатуру, верхнюю часть, панель и заднюю часть, переставим сюда. Предварительно мы этот телефон полностью разбираем, так как он чуть-чуть зачуханный. И сделаем из него красавчика. Вы хотели восстановление? Получите. Раз, два, три. Поехали. Так, что мы начнем? Значит, этот телефон я включил. Вставил сим-карту. Просмотрел. Вроде все good. Так, а тут кнопка. Оки. Оки. Ну вот, видите, от компании T-Mobile телефончик. Давайте сейчас проверим. Наугад 4... 7-7. Так, и клавиша позвонить в бок. По-моему, нет, не она. Выше, вот она. Сейчас клавиатура сделаем громкость. Телефон очень классный. Отлично. Телефон бомбический. Давно хотел такой. Я, честно, ребята, забыл просто. Сейчас все перебираю. Так что будет все зергут. Так, погнали. Звездочка, решетка. 92-7-0-26-89. Решетка. 92-7-0-26-89. Ребята, на этот телефон не прокатывает. Прикиньте, на старые телефоны не прокатывает код лайфтаймера. Ха-ха. Как же интересно его посмотреть. Тюрюк. Значит, мы его посмотрим. Как с вами, ребята? Кто мне подскажет? Я вам подскажу. Мы зайдем с вами в настройки. Телефон. Так что я отключил. Раз. Телефон. Не могу понять ничего. Нажимаю сюда, и меня выкидывает с папки телефон. Почему? Объясните. А, вот телефон настройки. Так. Короче, я не понял для чего. English. Тюрюк. Так. Display. Контраст. Тут через одно место гландер, вот, гляньте. Сюда делаю, вообще ничего не видно. Сюда делаю, вот вам и дисплей, да, ребят? Так, оки. Тюрюк. Так. Сейчас он перезагрузится. Все, настраиваю до... Так я и не понял, если честно говоря, что вот это за фишка впереди была. Так, мне самое главное сейчас, чтобы на английский язык. Ну и все, сейчас он перезагрузится. Ну и давайте приступать к работе. Что мы для этого делаем? Все, он загрузился. Правда, русского нет, но на английском языке загрузился. Все отлично. Так, теперь вытягиваем симку.
Так. И погнали. 6 саморезов по периметру крутим. Складываем их, чтобы потом не перепутать. Телефон, конечно, классный. Такое что-то интересное. Но дисплеи вот эти, конечно, не продумала Nokia. Вот эти вот выцветания, затемнения. Так, сразу видно, в белый корпус вшел. Или то герметик клей, или одно из двух. Сейчас у меня замшевые тряпки все есть. Вот эти все хромированные в старых телефонах. Чем мне нравится, много хромированных деталей из металла. Это не сейчас телефоны, в которых просто кусок дешевого пластика, дешманского, притом китайского. Я уже не знаю, какие вам видосы пилить. Пишите мне в комментах, что бы вы хотели посмотреть. Следующее видео, я уже собрал пакеты с симками. Я их, конечно, валенок растерял. Не растерял, я имею в виду, что они лежат по коробкам. Сейчас навожу порядок. Следующее, я думаю, запилю вам симки. Давно вы меня просили. Тут пакетов 5 или 6 лежит с разных операторов. Ну, там в основном повторяются. Есть, я смотрел, Deutschland Telekom. Telekom. Язык бы сломать. Так, там Vodafone есть много карточек. Потом вот это Leica Mobile. У нас теперь в Украине, кстати, появилась. То была в Германии, то это бюджетно-ущербная связь. Не знаю, правда, как она работает. Может, кто-то пользовался, и напишите мне в комментах, что это за связь и с чем ее едят. Так, эти телефоны я ни разу не разбирал, поэтому надо с ними аккуратно, чтобы вот здесь не оторвать дисплейный модуль. Он, кажется, крепится на шлейфике. Да, вот. Ну, уже опыт есть. Смотрите, ребята, плата. Смотрите, такое ощущение, сколько лет телефону, она как нульцевая. Смотрите, все блестит. Вот батарейка, которая отвечает за память телефона, когда мы вносим дату. Если она нормальная, то вы можете отключить, она будет лежать на сколько, день-два. Вы ее включаете, дату выставлять не надо. Если она уже сдохла, тогда только ее менять надо. Это под симку, это под карту памяти. Смотрите, модуль камеры какой. Вот камера, да, вроде бы фотографировала не очень, а такая модуляка, как у слона. Кое-что. Так, давайте дальше смотреть. Это что у нас? Я даже видео не посмотрел, как разбирать этого монстра. Так, уже посмотрел, думаю, они все однотипные. Думаю, сложности никакой не возникнет. Вот это модуль, тот у нас стоит динамик. Да, у нас получается два. Этот на музыку, а этот ушной. Видите, вот такой он большой, огромный. Прикольненько. Так. Ну и вот наши разъемы. Здесь вообще все в золоте, смотрите. Ни одного окисла, видно, не валялся нигде так сильно. Поэтому все. Сейчас мы вот это все с вами отмываем. Оттираем. Вибрик стоит вообще в левой стороне. Вот он отдельно. Вытянем его. Вот такие катушки встречаю постоянно. В таких телефонах, не знаю, чего они делаются. Или отношения в вещах. Так, вот так, чтобы не забыть. Так, не попутать. Дальше. Теперь вот этот вот разъем надо будет. Ну, можно, пусть он лежит. Он мне не мешает. Сейчас я чуть-чуть вот здесь примарафечу. Что мы для этого берем? Берем чуток спиртка. Мне все-таки надо будет убрать эту штуку. Потому что... Ага, она вот так, видите, подпирает. Чтоб... О, опять катушек, смотрите. Только такой выкинул. Так, вот она подпирает. Теперь берем раз аккуратно эту штучку, дрючку. Убираем в сторонку. Говорит, стоят девчонки, стоят в сторонке. Ну, кстати, ребята, гляньте, как удобно все вынимать.
Все продумано, везде зацепы, везде подлазы. Бомба. Ну вот, смотрите, голый корпус у нас. Теперь самое главное не залить глазок камеры. Погнали. Берем щеточку. И аккуратненько. Я обычно в таких случаях, чтобы это не залить. Сейчас возьму своего помощника. Вот так. И делаем. Тут у нас динамик. Так, выход. Выход динамиков. Аккуратненько. Предварительно чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. И берем нашу щеточку старинненькую. И аккуратненько делаем харакири. И берем аккуратно, аккуратно. Или длинного росовую, или короткого росовую. Здесь я подрезал специально, чтобы можно было дать упор. И потихонечку, потихонечку вымываете вот эту грязь. Проходим вот здесь. Здесь делается вообще классно. Вот так накапали. Дали чуть-чуть постоять. И берете лучше длинного росовую. И аккуратненько вот с этими кругляхами. Та очищает за милую душу. И очень классно, но только смотрите, не залейте детали. Чем удобен шприц? Вот буртик. Вот так аккуратно капаете здесь. И спирт растекается по всей поверхности. Не вздумайте выломать вот эти штуки. Вот эти штуки хорошо фиксируют корпус, потому что они являются как саморезы. Потому что выломать вот эти штуки, вот здесь, в этих местах будет щеляки, ребят. Поверьте опыту, лучше учиться на чужом горьком опыте, нежели набивать шишаки на своем. Все. И теперь вот так берете, как будто вы вычищаете кариес. Ну вот, если сильно не угаженный телефон, уходит 5 кубиков. Если убиты, вухнарь 15. 3 шприца, как с куста. Спирта хорошего. Очень хорошо помогает иногда, ребятки, мистер Мускул. Он вычищает даже лучше иногда, чем спирт. И он меньше сушит пластик. Если старый, например, телефон, если вот такие вот штуки делаете, то лучше подкладывайте палец. Потому что если пластик где-то надломлен, то вот так будете тщательно натирать, и он просто может обломиться. Но это все придет с опытом, ребят. Ничего сложного нету, не получается только у того, кто сидит, ставит дизлайки. А ставит в основном дизлайки, могу вам рассказать, знаете кто? Неудачники, которых я позаблокировал. Они мне уже на почту писали, они же думают, что они меня достанут. Не, мне тяжело достать. Я заблокировал почту, я заблокировал в Ютубе. Поэтому как можно Игорю отомстить? Ну, поставлю я ему дизлайк, пусть будет ему противно. Мне не противно, мне как-то с высокой вышки на вас. Самое главное здоровье. А таких, как вы, хватает. И, пожалуйста, не надо мне писать в комментариях, на каких аукционах ты покупаешь. Ребят, Украина огромная, Россия огромная. Ищите. Кто ищет, тот всегда найдет. Поэтому без обид. Я когда раньше писал, я говорю, там, ребята, где вы берете? Все молчали. Я находил, перерывал интернет, находил. Потом в начале, когда у меня начался канал, я написал: ребят, ну, это труд, это время, вы спите, я работаю. Я написал: хотите хорошие аукционы, хотите хороших продавцов проверенных? Пожалуйста, одна ссылка 50 гривен. Ты, барыга, ну, я пропускаю маты. Ну, я барыга, бог с вами. Вперед за орденами. Находим, ищем. Так. Ну что, вот наша лялечка потихонечку преображается. Не нравится, дотрите еще. Повторяю,
миллиард миллионов раз. Чем лучше подготовлен телефон, тем лучше вы его продадите, покажете человеку. Да, если, например, там корпус реально убитый, то вы его хоть трите, хоть залежите, хоть ничего ему не будет. А если корпус просто от того, что телефоны, ну вот просто лежат, как видели, например, машины на Копарте, ой, балдею, когда ребята покупают и восстанавливают. Я смотрю канал один, там парень тягает машины из Америки. Какие они, и потом какие они от него выходят, какие они к нему попадают убитые. У парня золотые руки. Так вот и телефон. Это все труд. Мелкий, сложный, несложный, но это труд. А языком молоть каждый может. Осуждать кого-то, завидовать кому-то. Хочешь, закажи телефон, поменяй на 3 и продай его в себестоимость. Получи кайф от этого. Если ты миллиардер. Ну все, смотрите. Корпус получился, а потом я вот это, где спирт не добивает, мистер мускулом догоню. Теперь что? Теперь мне сейчас надо будет протереть вот этот вот дисплей. И мы, наверное, начнем собирать. Так, ну что, ребят, натер я все. И теперь начинаем собирать согласно купленных билетов. Одеваем на место бузер с антенным модулем. Далее вставляем вибро мотор. Так. Вот так он ставится или нет. Или да. Вот так вот. Дальше. Дальше ставится коннектор. Так. Вот так, проверяем. Дальше. Дальше ставим микрофон. Дальше ставим разъем до щелчка. И теперь вставляем вот эту штучку, дрючку, которая все это поддерживает. Вот так вот. Так. Вроде все чики-чики сделали. Дальше. Теперь одеваем на место нашу плату. Вот так. И отложили в сторону. Теперь берем наш дисплейный модуль. Значит, он снимается. Я вот эту штуку разобрал. Смотрите, если будете менять, тут ничего сложного нету. Самое главное, без фанатизма. Вот здесь направляющая. Аккуратно щелк. И с этой стороны до щелчка. Все, она оделась. Крышечка, видите? И теперь устанавливаете. Тут все вот направляющие есть. Вот для пластика. И вот здесь, где коннектор, вы ее придавливаете. Все. И теперь винты у нас. Оказывается, я думал, там саморезы, а тут стоят винты. Головки. Металл впаяны в пластик. Середина и низ. Все, и теперь аккуратненько начинаем вкручивать. Тут вы уже, по идее, не должны промазать. Просто пока наживляете. Когда они уже наживятся, тогда просто обтяните. Люди работают в перчатках, но, увы, у меня нет перчаток, поэтому не обессудьте, ребятушки. И девчули. Посмотрят и женщин на мой канал, спасибо им, но забываю, я привык, что только мужики меня смотрят. Так. И теперь вверху. Ой, криворукие. Ох, балбес криворукие.
Уже на Алике смотрел, поглядываю. Хочу себе купить сиомовскую отвертку электрическую. Именно для этих целей. Очень удобная штучка. Ну, жаба давит $35. Отдавать. Зеленая-зеленая давит, сидит. Жабка. Конечно, она очень удобная. Там отвертка и около, по-моему, 30 насадок разных. Но я пользуюсь только двумя. Три. Т5, Т6, Торксы и крестовая. Айфоны я не делаю. Не знаю почему. Сдуру понакупал, лежат у меня. Рихард, дай бог ему здоровья, поприсылал. Ну, может, когда-то начну. Все когда-то начинают, когда уже петух, наверное, в задницу клюнет с нашими ценами в Украине. Все поднимают, поднимают, не знаю, куда они поднимают. Пока люди, наверное, не вымрут. Так, и теперь убираем все вот эти мацки, коцки от следов. Гляньте, как классно, а? Красава. Ах, сам бы носил, да деньги надо. Знаете, такая пословица. Говорит, покупайте куртку. Ой, хорошая. Сам бы носил, говорит, да деньги надо. Так, теперь что у нас, ребят? Гляньте, какая лялька получилась. Теперь мы с вами аккуратно экспроприруем от Ульянова Ленина. Учиться, учиться и учиться. Как завещал великий Ленин. Снимаем аккуратно клаву. Этот будет лежать, ждать своих. Так, сейчас чуть-чуть. Смотрите, тут пыльца. С легасика приведу в порядок и уже защелкнем, продолжим. Ну и смотрите, ребята, что получилось. Посмотрите, какая лялька получилась. Я вообще, конечно, обалдею от этих телефонов. Если бы еще были оригинальные цвета в синем цвете, как он есть. Конечно, телефон получился супер. Рихард, огромное вам спасибо, что даете мне почву для видео. И я просто получаю кайф, когда перебираю, делаю такие телефоны. Пишите, ребята, в комментах, кому понравилось. Сейчас мы сделаем включение. А потом отдельным видео я уже буду записывать и выставлять ляльку на продажу. Очень красивые. Смотрите, все в оригинале. Ну, а этот донор будет ждать следующих корпусов. Может, Рихард мне пришлет. И будет еще телефончик. Есть у него голубая. Смотрите, какая красивая подсветка его родная. Вот такие вот руки приветственные. Т-мобайл. Так, время у нас сейчас 18:35. Окей. Ребята, дату я не помню. Извините. Ну, красава. Все нажимается. Отлично. Все работает. Так, давайте теперь зайдем в настроечки. Так, где они у нас? Так, выбираем профайл. Профайл сделаем outdoor, самый громкий. Активация. Угу. И давайте послушаем, как он будет играть громкость. Звонок Nokia. Ах, класс! Бомба! Так, incoming ring. Громкость огромная. Messenger on, level 3, on, back. Все. Так, что еще хотел посмотреть? Я не помню, ребята. Connect Tools. Так, Setting Manager. Значит, Phone. Что по Phone? General. Английский. Back. Display. Так, давайте теперь позвоним.
Не, ребят, я доволен. Давайте еще раз попробуем. Может получится звездочка решетка 92 70 20 6 89 решетка. Не. Может позвонить. Request not complete. Так, вот что я хотел. Давайте зайдем на звонки. Только я не знаю, где они. Ага, вот Connect. А нет, Bluetooth, это Connect. Extreme Tools. А, вот, ребят. Так, Call Duration должен быть. Call Duration, вот она. Значит, последняя 8 секунд. Turn, received, all calls. Ну, скорее всего, сбросили. Тут стоит 19 секунд. 19 секунд такого не может быть. Значит, старые хозяева сбросили. Я не сбрасывал. Все, ребятки. Вот такой краснючий телефон у нас сегодня получился. Сразу после этого я сделаю обзор и выставлю фотографии для того, кто захотел купить данного красавчика. Все, ребятки, всем спасибо. Спасибо Рихардсу, кто смотрит мой канал. Комментируйте. Всем пока-пока.